Салам алейкум, Тумсо, ты в Телеграме не так вежливо ведешь себя. Лицемерие, думаю, это... Нет, Хамза, это не лицемерие, это просто режим, понимаешь? Работа, дом, это разный режим. Здесь мы как бы на работе, я прихожу такой, специально одеваю что-то. Ты одеваешься вот утром, когда идешь на работу. Вот так же я одеваю что-то, да, постоянно. Я же не сажусь здесь в домашней футболке. То есть я такой пришел, как будто бы на работу, и, естественно, у меня есть какие-то рамки. А когда мы в чате, то я как будто бы дома, как будто мы сидим все вместе за столом и друг друга перебиваем, там, а что-то, один что-то разговаривает, а я говорю, слушай, а передай мед, пожалуйста, там, или сахар дай сюда, вон, ложку сюда передай. Вот так мы как будто сидим по-дружески и общаемся. А здесь мы типа коллеги, мы все на работе.